Виктор Авдеев в зале суда в 18-й раз. Рассматривать это уголовное дело начали еще в середине мая. И вот уже 3 месяца выясняют детали спорных моментов, допрашивают свидетелей. Со стороны обвинения их 60. Все для того, чтобы доказать вину Авдеева. Реализуя свою преступную целенаправленно причинение имущественного ущерба по УТО плюс 8/10/2016 года на время директора Луцапна Авдеев использует свои полномочия находится по адресу Республика Мордовия, Саранск, 50 октября 2022. Дал указание главному бухгалтеру Луцапна Королева, не оставленный адресом, подготовить в ОСРТ письмо для изменения порядка отчета населения филиала Мордовский по УТО плюс. Задать вопросы главному бухгалтеру ГУК Юго-Западной Ольге Королевой гособвинитель хотел еще 27 июля. Тогда женщина на заседание не явилась по уважительной причине, которую, однако, официальным документом не подтвердила. Поэтому в этот раз фамилия главбуха в списке свидетелей тоже значилась. Вслед за ней на заседании планировали допросить одного из учредителей, теперь уже несуществующей управляющей компании, старшего судебного пристава межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Светлану Федячкину и уже привычного к судебным разбирательствам Олега Комендантова. Только в зале заседаний не появился ни один из приглашенных. Причина для служителей Фемиды осталась тайной, поэтому суд постановил. В отношении свидетелей Федячкина, Комендантова, Волкова, Королевой вынести постановление об их приводе для того, что данные свидетели были извещены о месте времени рассмотрения дела, однако имели суд по неизвестной суду причине, а сведения о важности причин явки суд не представили. К слову сказать, защищать интересы Виктора Авдеева на этом заседании должен был другой адвокат. Но она тоже не явилась. Следующую встречу в стенах суда назначили на ближайшую среду. На данный момент опрошены 15 свидетелей из 60. Светлана Лашина, Артем Руденко. Наши новости.